4 июня в молодежном центре «Химик» количество беременных хомичек на квадратный метр зашкаливало. Здесь в четвертый раз прошел областной фестиваль для женщин в интересном положении «Мама-фест-2017». Организаторами традиционно выступили Министерство по делам молодежи Омской области и компания «Ямичка». Действительно, мы очень рады, что наш праздник наконец-то пришел, мы так долго к нему готовились. Участницы замечательные, вы увидите на сцене, они очень старались. В этом году будут прекрасные номера, я считаю. Получаем все больше анкет от девчонок, которые желают участвовать. К сожалению, все еще есть те, до кого не доходит информация, и когда-то уже там накануне праздника мы узнаем, что «ой, я так хочу участвовать», и мы говорим: «приходите в следующем году», она говорит, что в следующем году я пока не планирую. Вот. Выставка-ярмарка товаров для беременных и детей, консультации специалистов, психологов, представителей родильных домов города, конкурсы и красочные выступления творческих коллективов. Интересного и полезного в будущее и настоящей мамочки здесь нашли немало. Утверждаюсь в том, что здесь все для будущих мам, для деток маленьких, потому что я очень, как будущая мама в этом году, я получила очень много ценной информации. Тут же проходят конкурсы, то есть и детки увлечены, и родители получают необходимую информацию. Главным событием дня стал финал конкурса среди беременных женщин региона. Но в холле можно было встретить и участниц прошлых лет, которые на «Мама-фест» каждый год приходят с большим удовольствием. Мое участие было очень важно для меня. Я заняла первое место в фотоконкурсе «Мама-фест 2014», поэтому каждый год теперь прихожу сюда, смотрим других участников. Ольга Васильева в качестве претендентки на победу во второй раз. В 2015-м она стала вице-супермамой. Сегодня уже в ожидании двойни вновь пробует свои силы. Вы знаете, нам очень понравилось принимать участие. Плюс ко всему, я нашла много подруг, с которыми мы уже на протяжении 2 лет активно общаемся, обмениваемся опытом. У нас совместно растут дети, которые, вот, получается, дети «Мама-феста» 2015-го. Вот. Это очень интересно, очень весело, очень здорово, тем более для мам в декрете. Это здорово. Итак, на сцене 6 смелых красавиц презентовали свои творческие номера, видеоролики и фотоработы, а также навыки дефиле. Беременность, она и во Франции, Испании, Греции, Индии, Бразилии, России – беременность, утверждают участницы и красочно это показывают в своих визитных карточках. Выдохнули, эмоции все кончились, все прошло отлично. Немножко не так, как хотелось, скомканно. А в общем и целом все замечательно. Все участники молодцы, все готовились, все были очень рады поучаствовать. Ну, не пожалела, что поучаствовала? Что тебе дал этот фестиваль? Новые эмоции, новые ощущения, новое чувство того, на что способны люди даже в таком интересном положении. В этом, Виктория, ты не права. Ведь для человека главное – семья. С незапамятных времен на Руси водилось, что счастлива та семья, где много деток народилось. Царь не стал жену сердить. Что ж тут спорить, говорит? Раз пошло такое дело, царство расширяем смело. Где бы мы ни были, всегда нам радостно и самоценно для нас возвращаться домой, в Россию, в любимый Омск. Видеоконкурс «Играй гармон», фотоконкурс «Отец молодец» и шумное состязание групп поддержки участниц. Все это оценивало компетентное жюри. Вопрос о специальных номинациях и победительнице решался подсчетом баллов. И вот участницы в шикарных будуарных платьях с волнением ждут оглашения результатов. Получается Алена Маркачук! И на
очень жду появления своего ребенка. И, конечно же, это заслуга моя вместе с мужем, потому что мы готовились все вместе. Во второй раз второе место заняла Ольга Васильева. А каждая мамочка получила призы в специальных номинациях. И, несомненно, каждая из них почувствовала себя в этот день особенной.